Жители микрорайона Римбаза каждый год уделяют внимание празднованию национальных и традиционных праздников. В этот раз они решили отметить с особым размахом священный праздник Курбанайт. В честь этого была воздвигнута большая юрта, где был накрыт праздничный дастархан. Специально для детей был установлен большой батут. Кроме того, были организованы игры по таким национальным видам спорта, как перетягивание каната, армрестлинг и лянга. Поздравляю всех жителей села Римбаза, наших аксакалов с праздником Курбанайт. Мы благодарим Аллаха, который привел нас к этому дню. Спасибо молодежи села Римбаза, которые организовали это мероприятие. Да благословит вас Аллах за то, что вы делаете. Всех с праздником! Я очень рад. Желаю всем благополучия, здоровья и мирного неба над головой. Выражаю огромную благодарность от имени всех жителей села Римбаза, ребятам, организовавшим это мероприятие. Кроме того, всем местным жителям, внесшим вклад в организацию данного мероприятия, были вручены благодарственные письма и памятные подарки. А детям раздали сладости.